Дорогие наши уважаемые друзья, прошу меня извинить. Бойца накосячил. Пропустили мы два замечательных раунда от коллектива 1, 2, 3, 4. Хотел сказать 5. Нет, просто 1, 2, 3, 4. Здорово, здорово реализовали. Как видим, статистика у них тоже почти 1, 2, 3, 4. Вот. И пока уверенно лидируют. Из пада выбрали атаку, в сторону за которую, собственно, начинать. По-моему, если я ничего не упустил, именно так. Ну и, собственно, начинаем мы с третьего раунда и продолжать начнем с него. Очень интересное решение от 1, 2, 3, 4 назваться. У них ники вообще были наподобие 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. И в середине вот эта циферка, это и есть никнейм того человека. Вот они вот у меня в табе 1, 2, 3, 4, 5. На самом деле они длинно так сделаны. Ну что, можно сказать точно, что 1, 2, 3, 4, 5 пока уверенно держат какая-то КБ спот. Не получается у спада ничего сделать. Пятерка делает еще один минус. Очень такой экстравагантный ход от ребят назывался. Здорово, здорово придумали. Ну и пока, в принципе, ничего им не мешает лидировать на карте. 3-0 в пользу 1, 2, 3, 4. Сейчас full buy. Давайте еще сделаем вот так. Что за zero? Будет них потом спросить. Что за такой zero? Zero. Так, ну что, это фаст Б. Здесь у нас трешечка с четверка принимает все это дело. Первый минус последовал от 4. Парень продолжает принимать атаку. Здесь еще один отличный проброс. Ой-ой-ой, что творят ребята? Минус 3 было сделано от четверки. Минус 2, простите, от четверки. 3 взорвалась граната по еще одному парня. И шьет через дым, видимо, не видит. Поэтому он террориста, который там заныкался за углом. Ну и ждет пока. Когда на него выйдут и перетянутся его тиммейты. А тиммейты уже тут как тут. Один 4, Джаник оставался. Сделал минус 1, ну и на этом закончилось. А все. Вот единственное, что я на что, в чем я на 100% уверен, и что хочу сказать, очень искренне я надеюсь, что карта The Inferno у нас будет, ну, максимум там еще один раз и все, потому что это уже вторая The Inferno, если честно, она уже начинает надоедать. Не знаю почему, но вот именно она. Даже тот пресловутый Dust 2 мне меньше надоел, хоть смотреть на него 3 раза подряд, 4, нежели The Inferno. Ну что, наконец-то проснулись. Проснулись из спада. И спада делает в этом раунде первый минус. Этот минус сделал товарищ Джаник. Джаник Ваник Поварник. Вот, ну, недолго заставил себя ждать одиничка. Недолго заставил себя ждать, и два еще соревнуются, ребята, по фрагам. Два делает два минуса. В общем, все прям у них как по никам. Один делает один минус, два делает два минуса. Ну, сейчас посмотрим. Три минуса уже тут не получится сделать. Ну, можно задефить, получить три фрага. Что ж, 3 в 2 ситуация. В большинстве дезащита. Есть забранный спот Би. Даже поставленная пачка. Тут жмут уже АВП. Натрой, который не сдается до последнего, делает минус девайс единичку, но это все. Это деф-бомба и пятый раунд для 1, 2, 3, 4 и уже становится 5. Вот так, 1, 2, 3, 4, 5. Очень хорошая статистика, вон. Пятерочки. 8 к 0. Единица пока у нас фраг лидер, 10 к 2, его статистика очень хорошо. По-моему, мы еще бомбу задефил, и ты вот его передвинул на верхнюю строчку. То есть 5 раундов за весь, 5 очков за весь раунд он получил. Что ж, из спада 5 калашей. Самое время проснуться, одуплиться и начать убивать. Пока убивать не очень получается, но есть флешки. Парни готовят куда-нибудь раскид. Я надеюсь, что это будет какой-нибудь тактичный раунд. А мы не просто будем смотреть на сливание куда-то. Подсадочка в люльку двойная. И пятерка. Пятерка вообще, по-моему, в подсадке сидит. Угу. Привет, ребята! А, нет, с ним... Атака первая поздоровалась с двумя
ребятами, которые занимали 20. В результате 2 минуса от эспада. Ребята уже занимают аспот. Ситуация 4-2. И наконец-то проснулись, действительно. Проснулась эспада. Долго очень одуплялась. Наконец-то проснулась. 3-4. Раскидали флешки. И уходят. Ну, в принципе, все понятно. Это сейф. Сейчас я быстренько прочекаю, кто же у нас тут. Что же за перцы? 1, 2, 3, 4. Ребята решили стебануться. Жестко. Ну что ж, Хистерия, Вуду, Эсаш, Колбасевич, Роман Жив, Ри Баран, Хала Стайл, Харламов и Никитка. Так, вот Хистерии мне очень интересно посмотреть учетку. Угу. Не, все нормально. Самые обычные парни. Ничего особенного. Ничего примечательного. Ну что ж, поздравляю Спада с первым раундом. Наконец-то у ребят удалось пересилить защиту. И сейчас у защиты 5 диглов. Первый дигл уже приказал долго жить. И сейчас будет жесть на коврах. 2 делает минус МС. Отлично, выбитый девайс. 65 кп в запасе. Но, к сожалению, Джайник его тут же разменивает. Девайс подобрать не получается. Но Печерка тоже не очень далеко. Сейчас будет атакующих здесь. Да, атака уходит. Естественно, Пятерка сейчас заберет девайс. А нет, Джайник все-таки его зачекал. Ай-яй-яй, неаккуратно сыграл Пятерка. Ну и, в принципе, здесь все понятно. Бэспот во власти атаки. Трешка 1-4 будет снова сейвить. Опа. Как-то у меня странно пролагивает окна. Простите. Простите за этот косяк, больше не повторится. Наверное. Не знаю точно. Будем надеяться, что это... Опа. Угу. Вообще прекрасно. Здорово. Counter-Strike называется преподносит сюрприз. Походу у меня вообще CS зависло. Да, ну как всегда. Все в лучших традициях, без сюрпризов не обходится. Ну что ж, музычку вам включу. Пока буду фиксить эту проблему. Думаю, минуты мне хватит. Сейчас возобновим. Кстати, пока у нас тут вынужденная пауза такая, друзья, заходите в чатик, открывайте goodgame.ru, авторизируйтесь, заходите в раздел трансляции, и в них уже будет трансляция barena.com. Там находится наш замечательный плеер, и рядом с этим плеером чат, который я использую для того, чтобы, собственно, общаться с публикой. Сейчас я быстренько сконнекчу Хайл ТВ, это уже, в принципе, у меня происходит это. Так, IP-камера мне не нужна. Быстренько раздадим. Так, что у нас по счету? Ага, счет не одуплился. Но он был 5-1, по-моему, в пользу эспада. Сейчас кто-то взял раунд, скорее всего, это была эспада, но он 5-2. И вот так. Так, вроде бы все.
пришлось нам тут подождать, пока все пролагает. Да, все бывает в этой жизни, главное вовремя скоординироваться и понять, что происходит, и быстренько все пофиксить. Что ж, друзья, все, у нас теперь все окончательно на полную катушку. 1, 2, 3, 4, 5, лидировали со счетом 5-0. А ребятам, видимо, нравится так вот, вот отображение в хелсбарах. 1, 2, 3, 4, их название и пятерка раундов у них есть. В итоге 1, 2, 3, 4, 5. Решили удержать. Счет потихоньку становится равным, приближается точнее к равному. Спады уже взяли 4 раунда подряд. Своеобразный камбэк сейчас от них происходит. Плеер уже даже можно выключить. И давайте по статистике пробежимся, пока Испада халдит во все. Значит, Испада, Zero Love You. Идем на первой строчке с 14-6. Вот статистика, здорово, убивает. Джеймик следует за ним, 9-5, 6-7, 3-7, 2-7. Соответственно, МС, Зедка и... Уежбан. Не буду я это произносить, как, видимо, он подразумевал. На самом деле, очень много говорит о человеке, если он так называется. Фантазии, видимо, не хватает в детстве, чтобы что-то ударили человечка. Ну, не беда. Статистика у команды 1, 2, 3, 4. Единичка 12-5, двоечка 10-5, пятерочка 9-5. Тройка, 9-7 и четверка, 6-8. Да, ребята не парились с выбором никнейма, но... это, в принципе, им не мешает спокойно забирать 6-й раунд. И здесь... Так, что-то я запутался. Прошло 10 раундов, и после них счет у нас 6-4 в пользу 1, 2, 3, 4. Вот так. Тут у меня уже пошли комментарии. Я надеюсь, сейчас зависнет. Вот, слава богу. Слава богу, у нас все хорошо и продолжается. 5 калашей, 5 кольтов на карте The Inferno. Напомню, что это 1/32 сегодняшнего донейтка от ksmbarena.com. И параллельные минусы. Заркадили капли, параллельно вышли на кафель. Ребята, из 1, 2, 3, 4, уже 2 минуса по атаке. В меньшинстве защита, атака в меньшинстве. Решает разрабатывать ребята без под. Здесь 1-3, играет на прием. Разбит не получился, у атаки есть минус 1. Собирает Джаника, к сожалению, Мессел разменивает. Тут еще есть разрыв от двойки. Накоцал и Мессел до 8 хп. И его добил один с гранатой. Трудно. На трой. Ой-ой-ой, Натру оставался один в три, по-моему, сделал, а нет, один в два, все правильно, один в три он оставался, сделал минус единичку, минус пятерку, но, к сожалению, на двойку сил не осталось. 7-4, 1, 2, 3, 4 снова лидирует. Тут меня просят передать, что Шведен еще вернутся. Да, действительно, Шведен еще вернутся и покарает всех. Самые неожиданные места. Вот, короче, очень сильно. Посмотрите, что по статистике. Натрой. 16-8. Как вообще это возможно? Я не удивлюсь, если этот парень под конец первого периода будет со статистикой 38. Или 30-10. Ну что ж, Испада. Сейчас. Должна набирать обороты. Вроде бы начали, ребята, набирать раунду, но пока не получается продолжить. Ну, смотрите, слышит меня, действительно, Жбан. Пусть будет он Жбаном. Это первый минус по 2. Естественно, Испада дальше прорабатывает Б-плен. Там у нас снова один. Одна троечка. Вместе с двух они сейчас будут разбирать выходящих на Б-спот, но это отвлекающе, на самом деле. Атака заходит в большинстве своем на центр на двадцатку. Ага, на тополь и ушли. Нет, все-таки это Б. Даже перетягивается пачка под Б. Как-то странно себя ведет Испада. Видимо, почувствовали неладное, что подошел 2. Есть раскид Б спота. Обманули они, конечно, защиту. Минус 3. Двойка зажимает. Зажал он Жбана. Ну, больше не получилось. Еще одна результативная хая. 21 хп осталось, всего лишь на 3. Ситуация практически равная. А, нет, нет, все-таки Натрой. Ой-ой-ой-ой, какой хороший АВП. Минус 2. Остался один защитник.
Исполнение двушечки, ну, да. Метро с ним не справляется, но и двуху тот же чекает. Другой человечек. Что ж, это 7-5. Очень здорово по сравнению с предыдущей игрой. Достаточно гораздо веселее смотреть. А Испада не сдается. Начинает набирать раунды. И, в принципе, есть все шансы взять восьмерку. То есть большую часть первого периода по раундам. Текс. Текс. Спешл сообщение для Алексея АСД. Лёшечка, если ты смотришь, и не только для Лёши, а для всех остальных товарищей, кто руководит у нас сегодняшним турниром, если есть какие-нибудь новости и так далее, пишите мне в Steam, я все оглашу, не проблема, главное напишите. Чат Steam у меня открыт. Это 5 банан, Аркада, вот 1, 2, 3, 4, вы смотрите, хоть Жбан сделал один минус. Ребята, один за другим выбивают девайсы. Что происходит на карте? Минус USP, минус Калаша и последний минус Дегла. Двойки уже в большинстве. Атака. Вот, что ж я все время путаю. Защита в большинстве, атака все-таки с опозданием находит на спот А. Есть постановка пачки, но два Калаша отобранных и АВП. У 1, 2, 3, 4 все шансы сейчас забирать этот раунд. Ой-ой-ой, из больших песков не заметил его. Есть размен от ВПшника, один в один, трёшка против Чаника. Забрал себе калашников. Бегали. Вокруг ящика бегали, но все-таки Джаник оказался хитрее, ловче. 7-6 в пользу 1-2-4, снова разрыв в один матч. Ой. Опа, пролагало колтиво немножко. Надо отдать должное ребятам, турнир серьезный, призовой фонд достаточно неплохой, и парни готовятся. Действительно видно, что есть какие-то домашние заготовки, которые периодически ребята реализуют. Конечно, не все время, не каждый раз, но... Так, сейчас я вот здесь вот уберу вот эту вот шоу-маус. Шоу-маус. Ха. Делать с презентацией вместе. Теперь мишки не видно, да, все отлично. Ну что, атака зашла в пятером на Б-спот, но один. Ну, это один, это первый. The first guy. Один делает минус два с Фомаса. И решается пятерочка, они все-таки заходить. Есть интересный разбит. Минус от Натру, снова отлично. АВП в исполнении этого парня не оставляет шансов ребятам. За 1 на 3-4, седьмой раунд для Испады, равный счет и ласт раунд первого периода. Нет, 30 у него, к сожалению, уже не получится. А был бы здорово. 29 еще может набить. Сделав 4 фрага, поставив, взорвав пачку и добив последнего. Итого. 8 фрагов и 29. Да, все верно. Да, неплохо. Нет рулонов, все ребята выполняют свои функции. Хорошо или плохо. Тут у меня почему-то стрип не добавился какой-то. Ага, вот как мы хитрим, гада. Что-то вообще не хочет у меня стрипаться. Теперь у нас только ники, только правда, это правда, еще раз правда. Что ж, здесь у нас вроде бы заявка от атаки на спот, но на этот раз пятерок вмешивается в планы атаки, минус два стекла, а пачка вообще каким-то вот непонятным ветром, течением попала на нижние кавры и остается 1-3, у которого 1 хп, кстати. Сейчас усиленно воюет он с Жбаном, но все, увы и ах. Это все. Отлично. Собрались из спада, взяли 8 раундов. Очень великие шансы, если взять пистолетку, то уже бороться вплоть до победного. Естественно, пистолетка важна обеим командам, но учитывая этот равный счет, все может быть, и проигранная пистолетка еще не значит абсолютно ничего. Как и проигранный первый девайсный раунд второго периода. Вторая пистолетка, 1, 2, 3, 4 атака, из спада защита.
Интересная расстановка от 1 на 3-4. Возможно, хайдятся эти два парня. 1-4. Пока пятерка выходит на банан. А еще воюет в нижних коврах 3-3 и 2. Это прям как тактика. Как играть на карте The Inferno. Вот вам позиции. 1, 2, 3, 4, 5. Но странно, у них очень даже позиции. Не играйте так, это очень странно. Потому что сейчас может просто ворваться парень на центре. И вот этим вот двум дурикам... Но он не ворвется, конечно, но из люльки мог бы быть чек, и это очень бы плохо закончилось для 1, 2, 3, 4. Неосторожно, неаккуратно играют. Здесь у нас Джаник на поджиме ковров. Зе, что? Зетка. Зетка сидит на чек-люльке. Готовит прям вот просто на своих отточенных позициях сидит. Из пада видно, что ребята имеют определенный уровень. Первый минус делает Жбан, который сидит на чеке в арке. Ой-ой, серия защиты. Отличная игра в коврах. Отличная игра на 20, но все-таки Глоки делают размены. Уже проход в спот А и 2 в 3 остается атака. Есть постановка пачки. Это очень здорово с финансовой точки зрения, но... Нужно добить защиту, но я не получаю. Нет, нет. 9-й раунд для Испада. Есть поставлена пачка. Возможно, это будет сейчас бай. Кстати, что интересно, по одному фрагу досталось каждому участнику или мейту команды Испада. Вот такие у нас пироги. Пироги самые настоящие. Текс. По идее, у нас сегодня в стриме должен быть еще Вадим, который Марка. Также он известен под никнеймом Ньютон или Нитоша. Но стримил он пару раз на Имбарене, но что-то вот у него произошло с транспортом. Видимо, не получается. Не получается. Что же за фаз? Фаз, который на 4, абсолютно не окупается ни с какой стороны, с какой ни посмотри. 9-й спокойно совершенно взятый раунд для Испады. 10-й даже. 10-й раунд для Испады. И бай от атаки. Бородатые очкарики бегут в бой. Вот это очень интересно. Сейчас втроем все вместе пробежали они на банан. Сейчас открывается первая двойка. Первым двойка открывается. Защита есть свой план действий на этот случай, но очень неаккуратно Жбан сыграл, в результате минус он с вышки, четверка. Именно он сделал этот фраг. Ну что, как-то... Да. 5 банан. 5 банан от атаки. Как-то странно, не держит вообще. Нет, чтобы тут в углу где-нибудь засесть, ну, там под фонарем. Или еще где-нибудь. Ребята вообще не держат, потом опять пришли в яму. Очень непонятно играть 1, 2, 3, 4. Не могут сообразить, что же все-таки им надо сделать. И все же ребята делают бэспот. Бэспот на приеме защита. МС на пару с зеркой. Слушай, МС делает минус 2. Минус 3. Минус 2. Все-таки Дженник делает 3. Минус. И последнюю точку в этом раунде ставит МС. Отлично, отличный раунд, ребят. И 11-7. Что-то громковато. Да, я не обратил внимания, почему так громко. HLTV сама прописывает громкость, если сильный ингейм был. Уж простите за эту косячность. Халтевишки такая, пропись есть, и ее я изменить не в силах. Вот так вот, размен дружеских АЕ гранатами. Сейчас произошел на центре, и очень здорово. А точечку поставил в этом раунде Дженник. Два минуса с гранаты и последний с калаша. Все-таки у Испада гранатки результативней. Фаст раунд 12-7. Sweden One Love. Да, приколы местного масштаба. На карте, друзья, по двум периодам уже 20-й раунд. Пока уверенно лидирует Испад. Ребятам осталось уже 4 раунда до победы. В 1:32.
Напомню, что вплоть до полуфинала карты будут, точнее матчи будут играться Best of One, то есть одна карта, которая выявит победителя, собственно, стадии, пропустит до победителя дальше. Здесь нежданчик от Жбана, делает он минус один, уже преимущество защиты. Очень-очень к месту сейчас была это, был этот выход на полтора от Жбана. Вместе с ним из ковров открылся Джанни, который тоже не уснул и сделал еще один минус. В результате атака в меньшинстве, 4 с тройкой. Потеряли еще вдобавок пачку на втором медле. Сейчас как-то очень странно разыгрывают. Что делать, думают в парне. Нет, все-таки предположили идти центр. Центр, кто у нас там? МС на прием центра стоит. Даже слушает его, не то чтобы на чеку. Нет, все-таки чекает. Его достаточно неплохо нашили, 25 хп ему оставили. Но он открывается на четверку, минус он, и Натруй со спины делает последний зажимный минус. 13-7. 3 матчпоинта до победы и спада. 1, 2, 3, 4. В свою же очередь нужно добирать целых... Ой-ой-ой-ой, 6 раундов ему нужно. Много. Много, на самом деле. Для атаки на The Inferno много. Ну, в принципе, это же и спада. Это все понятно. Стоит аркада. Аркада по центру, аркада по банану. Аркада очень здорово окупается из спада пока. Хоть закупили с атака, а атака пока не сделала ни единого минуса. Ребята, здорово, здорово аркадят. Даже за защиту у них это получается. Пятерка остается 1 в 5. Видимо, это его любимое число. Делает минус Жбан, делает минус МС. Зажимает по Натруй. Оставил ему 11 хп. Катастрофа. Тут снова со спины убивает из спада. Очень вовремя перетягиваются ребята. Вот их большой плюс. Все время кто-то из тиммейтов из спада оказывается в спине врагов и может спокойно зажать минус 2. А то и 3. Что ж, это 14-7, в два раза обгоняют по очкам из спада. Ребятам совсем чуть-чуть до победы. Вот тут у нас модельку показываю. Демонстративно показываю надпись на бронежилете Джаника, который сейчас будет... Который очень ответственную роль принимающего на Б-пленте. Он один играет в Б-спот, и к нему сейчас ворвутся как минимум 4 человечка, которые, собственно, ничего хорошего ему не желают. И сейчас будут... Так, есть откинутая флеш, но... Но нет. Ничего не получается у него сделать. Атака успешно занимает Б-спот. 30 секунд до взрыва пачки. Минус банан. Еще стреляется единичка с бананом. Зажимает, но, к сожалению, МС убить не получилось. Опасная ситуация. 2 в 2. Минус из рукава ворвался Лавье. Прошивает тройку и делает минус по голове. Очень хорошо вовремя. Есть дефьюзы, так, в принципе, они не особо нужны. Давайте посмотрим статистику Natural. Не так уж сильно, но затащил раунд именно он. 15-й раунд для спада. Ребята обеспечили себе овертаймы. Ну и, в принципе, счет говорит сам за себя. Last раунд. Снова мораль. Как мешок с чем-то тяжелым падает, просто разбивается об землю. Я надеюсь, сейчас 1 на 3-4 не захотят рашить. Хотя, вы смотрите, защита просто чувствует свое превосходство. И снова аркадит по банану и по центру. Снова этот отыгранный раунд. И смотрите, окупается хая граната. Сейчас будет минус 5. Сжимает он вслепую. Он очень опасно для защиты. То, что тера закупились. 5 калашей сейчас. Противостояние против 5 кольтов. Но смотрите, какие интересные позиции защиты. Уже в спине практически у атаки есть минус четверка. Ребята поджали ямы, ребята поджали ручеек. Атаки ничего не остается, как выходить в мидл и ковры. Вот сейчас они открываются. Первый минус от двойки со стороны атаки. Минус Жбан. Уже сравнивает шансы. Нет, не сравнивает шансы. Надпись Retrain HLTV Connection, в принципе, говорит нам о многом, то, что игра закончилась. Но, в принципе, здесь все логично.
Здорово, ребята разменялись, но чуть-чуть, видимо, не хватило ребятам за 1, 2, 3, 4. Задумка с никами прикольная, но вот она и последний минус от Жанника. 16-7, поздравляю Спада с победой на карте The Inferno в 1.32 сегодняшнего Donate Cup'а от проекта imbarena.com. Мы вернемся буквально через 10 минут, сейчас очередная музыкальная пауза. Друзья, оставайтесь с нами, с вами в импровизированной межгалактической студии Григорий Луча, мой напарник Вазим Марка придет, ну я надеюсь, что скоро. В общем, оставайтесь с нами, и самые смаковые моменты ждут нас впереди, и вы, конечно, на них посмотрите. Get fucked up.